друзья, Епка Рус. Сегодня 11 мая 2015 года, город Москва, и наш праздник. Праздник 70-летия Победы продолжается. Сегодня, подъезжая к назначенному месту на троллейбусе и пройдя валидатор, я услышала знакомую песню. Это была песня «День Победы», а затем «Автоинформатор». Очень трогательно и совсем даже не по-информерски поздравил всех нас, да, всех нас с Днем Победы. И я хочу, чтобы вы тоже это услышали, как услышали это мы. Дорогие москвичи и гости столицы, уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 70 лет прошло со дня Великой Победы. Этот праздник напоминает нам о подвиге нашего многонационального народа, который единым фронтом выступит, защищает свою волю. Единым фронтом. Это самая главная фраза. Единым фронтом. Пока мы едины, мы не победим. 11 мая 2015 года в Москве. Праздник продолжается. Победа идет полным ходом по нашей стране. Да и не только по нашей. Я Епка Руса. Сегодня 11 мая 2015 года. Епка Руса. Москва.